А эти здешние, вот эти здешние. Ну, давай, бери по одному, подноси к воде. Не, не, не укусит. В раковине бери, с раковиной берешь. О, и с водой понесли, пойдем в море. Море, 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 море. Так. Опускай, переворачивай. О, ну вот все. Вот он вернулся, вернулся на родину. Вот, 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 вот они два. О, целых два, вот они, смотри. Это мальчик, это девочка. Там мальчик один был. На берег почему-то бежит, не хочет в море. Не понимает, да. Ага. Юра, вот мы не будем их выпускать, а вот там, в песочек, ну, так они сейчас... сразу норку себе копают. Они сейчас сами разберутся. Разберутся, да. Да. Вот оно море. Это просто сбегает. Это маленький. Девочка. Мальчик, а, мальчик вон он сидит. Тоже бежит на берег, кстати. Да. Песочек тут. Мальчик не хочет уезжать из... А как вы определили, плавают на песню? А я книжки почитал. На животе у них рисунок есть такой. Самое главное, чтобы похоже чайки их не сливали. Вот это вот надо. Не, вот... не, ты не переживай. Пошли следующих брать. Они там не... Ну, следующего выпустите, попробуйте на сушу. Зачем? Ну, давай на сушу попробуем. Так, давай. Может, давай, бери. Залезть. Бери следующего. Так, эту раковину помыть. Эту раковину потом помыть. Эту раковину помыть. Да, лучше в воду их выпустить. Так. Так. Вот у нас еще два. О, вот он мальчик-то. На самом деле неправильно я тебе сказал. Мы выпустили двух девочек. Вот, а мальчик вот он, самый крупный. Выпустите его. Надо сделать эксперимент. Вот, ну давай, выпускай. Так надо же в руку взять, Настя побоится. Настя, его, нет, Настя, бери коробку. Коробку бери, пойдем к воде. Не надо к воде выпустить. Не надо, пойдем к воде, ну господи. Вот, видите, они вот смотри. Чайки это вот жил-жил в неволе. Его выпускают, говорит, мы даем тебе волю. Он говорит, я хочу назад. Нет, он говорит, что я хочу назад. Он хочет суп. Нет, нет. А давайте я его в глубину отнесу, а? Чтобы не сожрали чайки. Да компанию. Никто их не сожрет, они не такие дураки, как... Я его отправил на глубину. Пошли к воде. Глубоко пошли. Ну, не глубоко, зайдем по щиколотку, да и выпустим. Да, вот здесь даже можно. Ну, давай. Коробку опускай вниз. Да, вот тут мальчик и девочка. Так, переворачивай. Так. Ну-ка, как они будут радоваться свободе. О, мальчик выбежал. И девочка выбежала. Вот-вот-вот-вот они. Вон они, вон они, вон они, вон они, вон они. Целый месяц прожили в неволе. О, какой! Вот какой! Ну, давай! Он должен закапываться. О, вот правильное поведение. Вот правильный краб. Правильное поведение краба. Девочка, девочки умнее гораздо. Так. Ну, девочка закопалась. Все. Все. Никто даже не знает. Так. А ты чего не закапываешься? Ну-ка, давай. Вот этот закопался сразу. Этот закопал, девочка закопалась сразу. А этот... Ну, давай, закапывайся. А где боевые позы? Обалдел от радости.
Давай, давай, давай. Жертва Освенцима, которую выпустили. Ну, будем считать, что миссия исполнена. Вон. Может быть, все-таки на глубину его отправить, нет? Да, вон, они сами разберутся. Они на самом деле... Чтоб никто его не раздавил, он там кореец.